Всем привет, на связи Евгения Саталкина, я автор проекта «Кутюр по-русски». И с нами сегодня в гостях будет Валентина Клушина, это дизайнер 5-го сезона. Сегодня она выполняет одно из домашних заданий по курсу CFC. Давайте пройдем, посмотрим поближе, что делает Валентина. Валентина, здравствуйте. Здравствуйте, Евгения. Валентина, расскажите, пожалуйста, о себе, как давно занимаетесь творчеством? И что сподвигнуло пойти в проект «Кутюр по-русски»? Ну, я швея, занимаюсь больше 20 лет, на заказ с 5-го года шью. Что сподвигло? Ну, наверное, любой человек закисает на месте трудовом. Всегда хочется чего-то нового, интересного. Страшно. Прежде чем зайти в клуб, я 2 года думала, любовалась, очень хотела, но мешали личные страхи. Единственное, о чем я сейчас жалею, что я 2 года ждала, потому что это упущенное время и возможности. Сейчас я в клубе 1,5 года, и ну, для меня это в буквальном смысле все. И вдохновение, и новые горизонты, новые возможности, новые клиенты, ну и, соответственно, новые изделия. Новый уровень. Валентина, сейчас мы проходим на курсе СВС задание, это организация съемки и составление грида. Как вам удалось это задание? Первый ли раз вы организовываете съемку? И в связи с новыми знаниями, что поменялось, какие добавили фишки? Ну, опыт, конечно, у меня съемок был, здесь как бы, да, обманывать нет, нерезонно. А что мне дало? Ну, во-первых, я безумно благодарна, Жень, тебе за этот курс, потому что, ну, это та база, о которой мы никогда не думаем. Но она просто жизненно необходима. Даже при условии опыта я поняла, что опыта нет. И как раз база, вот ту, которую ты даешь, она указала мне на мои ошибки, о которых я никогда не думала. Я не задумывалась об этих ошибках, но я прекрасно понимала, что итоговый продукт меня как конечный, да, как заказчика не устраивает. И только разобрав на курсе конкретные моменты съемки, я поняла, где у нас были эти самые ошибки. Первое, что удалось сделать, эти ошибки исправить. Вот, наверное, вот так сразу о всех нюансах не расскажешь, но в любом случае здесь уже совершенно по-другому я подходила и к выбору стилиста, осознанно выбирала фотографа, безусловно, модель и платье. Я бы сказала, что вот сейчас, не видя материал, я процессом очень довольна, потому что я вижу, что каждый человек на своем месте. Но это исключительно благодаря той базе, которую мы прошли на последних уроках. Спасибо. Это тут безусловно. Валентина, мы занимаемся на курсе CFC уже 2 недели. Вы ведете грид, первый грид составили. Активность у нас поднимается. Какие изменения в твоем аккаунте произошли? Расскажи, пожалуйста. Ну, первое, что в принципе произошло, обратная связь, которую, пардон, за многие годы в таком масштабе не было. Просто стали писать люди, знакомые, незнакомые, незнакомые, исключительно стали задавать вопросы об изделиях. Во-первых, появилась какая-то понятность вообще, что я выкладываю, кто я. Это, наверное, моя роль, да, социальная роль, что я несу миру. Сразу стало считываться. До этого просто как у обычного мастера, как у обычного человека. Вот мне сейчас хорошо, я сейчас так чувствую, я выкладываю это фото. Конечно, когда профессиональная панель, об эмоциях таких не может быть речи. Должна быть четкая концепция, которой ты следуешь. Но чтобы создавать эту концепцию, опять-таки нужна база, которую мы на курсе за 2 недели изучили. И даже вот эти капельки, наши первые шаги, пробы, они дали очень много положительных результатов. За 2 недели это реальные живые клиенты с, ну, с очень хорошим бюджетом. Абсолютное четкое делегирование, свадебки, вечерки. И самое главное для меня, произошла трансформация. Проанализировав весь свой материал, я поняла все-таки, кто же я, потому что в этом мире дизайна можно быть любой рыбкой. Я определила свою нишу, я четко поняла, что я хочу, к чему мне нужно стремиться и как мне нужно изменить себя и свое окружение, чтобы достичь этого. Ну, исключительно только опять благодаря нашим домашним заданиям и материалу, который проходим в рамках курса. Какая ты рыбка?
бриллиантовая. Валентин, расскажи, пожалуйста, про идею фотосессии. Это платье из коллекции или все-таки нет? Ну, здесь, наверное, два в одном. Очень люблю все этно, очень люблю историю своих предков. И, конечно, мне хотелось создать коллекцию, которая бы передавала дух наших, ну, условно говоря, сказочных персонажей. Почему-то вот для меня русский народ – это Алёнушки из сказок, да, это что-то очень доброе, честное, сильное. Но в процессе того, как я занимаюсь в клубе, не то чтобы даже мой уровень подрос, а, наверное, выросли мои аппетиты и возможности. И, конечно, мне не хочется плавать в тех же морях, мне хочется что-то новое. Я понимаю, что я могу, у меня появились возможности это реализовать. Но есть несколько моделей, которые я готовила в самом первой коллекции. Планировала ее выставлять на кутюре в пятом сезоне. Естественно, все переиграла, новая концепция с учетом новых знаний и возможностей. Но есть два прекрасных образа, которых мне просто хотелось дать им жизнь, потому что они существуют и они вполне симпатичные. Вот. Естественно, мы нашли, подобралось все само, подобрался храм очень старинный, подобралась девушка славянской внешности, ей безумно подошло это платье, кокошник и образ в целом. Поэтому мы просто дали жизнь этому платью. Валентина, вы участвуете в свадебной номинации, и мы понимаем, что в ней выделиться гораздо сложнее, чем в других. За счет чего пытаетесь выделиться? Может быть, фактуры или какие-то идеи интересные есть? Ну, конечно, я не буду открывать все карты, оставлю за собой право на интригу. Единственное, что скажу, это совершенно все для меня новое. Чем я себя ограничила? Ну, в творческом смысле ничем совершенно. Но я ограничила себя только теми техниками, которые ты даешь на курсе. Наверное, это для меня основное. И уже от этих, так скажем, форм, пусть это будет форма, я играю, подчеркивая сильные стороны. Ничего больше не скажу. Валентина, сейчас идет набор на следующий сезон. Что бы ты посоветовала участникам, которые хотят вступить, но, может быть, побаиваются? Ну, во-первых, страхи у нас только в голове. Как человек, который, я уже, да, повторюсь, 2 года боялся, единственное, что для меня сейчас страшно, что я упустила эти 2 года. Бояться не нужно ничего вообще. Этот конкурс, и вообще я не могу сказать, что это конкурс, эта программа, она будет актуальна для любого уровня мастерства, для начинающего, для опытного и для профи. Каждый человек найдет себе здесь достойную конкуренцию, на фоне которой он вырастет, потому что каждые полгода, делая срез, я понимаю, что это не просто скачок, это космос. Между работами это космос. Конечно, не надо бояться, если у вас есть желание, поверьте, найдутся и время, и финансовые возможности, учитывая, что вокруг такое количество единомышленников, девочки все так друг друга поддерживают, ну, не надо бояться, нужно делать просто и все, идти вперед и выше. Валентина, спасибо вам за сегодняшнее интервью, я желаю вам творческих высот и новых больших задач. Спасибо огромное. Была рада, что вы приехали, осветили наше маленькое мероприятие. Возможно, оно вдохновит кому-то и, ну, будет таким пиночком, как в свое время для меня были твои ролики и публикации. Это было замечательно. Спасибо большое. Спасибо за опыт и возможность.